Позвольте вас поздравить. Парабеншко Витория, да. Ощущения от матча, комментарии, что получилось, что нет. Qual sentimento de essa partida? Que conseguimos fazer e que não conseguimos fazer? Bueno, conseguimos luchar hasta el último minuto y eso es importante. Ya lo hicimos contra España perdiendo 5-0 y eso sí que es importante. Да, после такого больного поражения от Испании 5-0, да, сегодня ребята бились до конца. Что я могу отметить, они до последнего боролись, бились, цеплялись. Это было в игре. Pero nos falta ser mucho más fluidos en el juego. Seguimos tardando mucho en jugar el balón. Да, но не хватает работы с мячом. Надо еще много работать над мячом, да? Нам этого не хватает. Si somos tan lentos, damos tiempo al equipo contrario a que esté ubicado, a que no le queremos peligro. Немножечко сегодня ребята работали медленно, да, с быстрыми командами. Это отражается от того, что ребята не успевали. И también nos falta adelante matar. И в нападении у нас не было завершающего удара, да? То есть нехватка была завершающего удара. Завтра матч за третье место с Грузией. Какие, может быть, ожидания? Bueno, será un partido dificilísimo. Georgia nos enfrentamos en febrero, ¿vale? Tres veces. Para mí es muy buen equipo. Yo esperaba que estuviera la final con España, por tanto será un partido muy difícil. Будет очень сложная игра. Мы в феврале со сборной Грузии играли, три матча у нас было, очень сильная команда. Я вообще ожидал, что они будут играть в финале, но завтра будем играть с ними. Спасибо. Спасибо. Ну, комментарий по матчу, что у ваших подопечных получилось, что нет. Честно говоря, по этой игре я ребятам не могу никакого замечать. Они бились до конца. У них, то, что дал тренер установку, они все выполнили. До конца они бились, до конца трудились. Даже у нас замена, которая заходила, они тоже усилили игру. Но единственное, то, что в конце из-за ошибки судьи мы проиграли, вот, ну, к сожалению, я, честно говоря, до этого дня не знал, что вот именно вот так случится, потому что до этого было все идеально. Ну вот сегодня в организации турнира все на самом высшем уровне. Вот, к сожалению, вот один единственный момент, который немножко обмочило. Вот, а так я игрой доволен. Я, честно говоря, думал, что Казахстан намного сильнее нас, они выиграют покрупнее, но мы игру хорошую показали, и, ну, к сожалению, мы проиграли. Завтра матч у вас за пятое место против сборной России 2. Какие ожидания? Ребята, может, готовы физически? Не, у нас ребята, знаете как, у нас, к сожалению, физика немножко хромает, но у нас из-за того, что у нас у каждого у нас игрока самоотдача, они до конца бьются, поэтому у нас получается все хорошо. Я говорю, сегодня, честно говоря, мы играли на выигрыш, но ничья тоже нас устраивала. Но, к сожалению, я говорю еще раз, что ошибка судьи. Но мы завтра опять выйдем и будем играть против команды России 2, потому что для нас нужна практика. Чем больше хороших команд будет у нас, игры будут, тем для нашей